А ты чтобы на ту не зашло. Заходит, блин. Заходит, блин. Даже не вижу, что это такое. Так взял хорошо. Еще зеркальный. Ну что есть? Упирается красиво. Ага. Давай, давай его. Давай. Не, не зеркальный. Ух ты! Хорошенький. Да, да. Уже смеркает, темно. На кукурузку, да? Опять, да, поклевка. Опять взял на кукурузку. Опять на кукурузку. Бомба. Угу, вот такой вот. Песня. Хороший карпик. Ну что, дружище, пошли. Давай нам папу-маму скажи, да? Да, да, желательно бабушку-дедушку. Дедушку-бабушку. Да, еще бы лучше было бы. Мы бы не обиделись, это точно. На бабушку с дедушкой. Привет передавай родителям. Давай, брат. Приходи с родителями завтра. Так, надо же дроника принести сюда. Такие кости в ту сторону. А это зеркалка, понял? По-моему. Смотри, как зеркалка сопротивляется. Да. Тоже такие, только черные. Так и хочет в ту сторону. А это зеркалка, понял? По-моему. Смотри, как зеркалка сопротивляется.
Сейчас прикормим с утра карпика, пару шариков подзакинем прикормочки. Бросим на поплавочки, поклевочки вроде бы есть, идут, но слабенько. Сейчас попробуем закормить, может карпик поактивнее станет отзываться. Я была, чтобы ты включил камеру тут. Включил. По-моему, все вообще самый маленький, чи не что-то да. Кажется. И, по-моему, самые все одинаковые они. Или самый маленький, какой был. Наверное, самый маленький. О! Ну, слышишь? Ну это хорошо, поймал, типа отпустил, чтобы мы не мучаемся с ним. Поклевка есть? Да. Слышишь, Олег? Поклевка есть, рыбу показали, есть рыба, вот была. Сразу отпустили. Все равно отпускаем. Красавец. Картуха. Опять на парик, да? Да. Ух. А то не отпустит. Ладно, все. Иди погуляй, братанчик. И может через пару лет еще пообщаемся. Обляпал? Да, благодарю. Вот так вот добро и белое. Ну что, ты себя почувствовал, Олег? Карпятником, карпятником почувствовал? Да. Что ты гуляешь, Олег? А я же видел. Я твой хлеб ворую. Где ты? Где ты ходишь? Держи. Я твой хлеб ворую. Твоя работа. А что-то небольшое, по-моему. Да. Вообще что-то маленькое. Где-то карпа. Ну, я думал, зеркало. Опа. Фу. По-моему, это самый... Не, это самый маленький, да, по-моему? Да, ну я к тому, что следующий. Следующий, да, но это вообще самый маленький. За сегодня, друзья, поймали такого манюньку. Все равно. Ну, манюньку грамм, манюнька не манюнька такой, грамм 700. Ну, все равно интересно. Да, грамм 700 есть. Ну, это уже, смотри, на кукурузу. Да, кстати, это на кукурузу, второй. Да. И за верхнюю губу. Ну что, аккумулятор? Да. Пойдет. Самый, ну, такой, маленький. Да, самый маленький, такой где-то грамм 600, не да. Больше. Самый маленький, но тем не менее все равно довольно. Ну что, целоваться будем? Или не, не, не будем, не будем. Лучше будем в следующий раз обниматься. Ты приплывешь, и мы пообнимаемся, правильно? Ну да. Эх, ладно, давай, ты и так бедолашный.
намучился. Беги. Так, сейчас. Беги, братанчик. Красава. Есть, друзья. Да, вот такой вот. Ну что, Олег, тебе лайк? Лайки, да, друзья, да. Ставьте лайки. Да, вот так. Карпушка обалденный. Затаптуйте пальчик вверх там. Отпускай. Да. Пошли, братанчик. Подрастай, маленький. О, вообще вальяжно пошел, вальяжно. Так, ну что, дорогие друзья, наша рыбалочка с Олежкой Эльдорадо прошла обалденно. Да, рыбалочка, хочу сказать от себя, рыбалочка, конечно, кайфовая получилась. Карапчучок проклювал такой килограммовый, плюс-минус, но тем не менее удовольствие на поплавчаночку. А как для первого раза, я считаю, вообще это, ну, класс, короче. Одним словом, поклевочки были в основном на опарыша у нас, изредка на кукурузку. Вчера проклевывал обычный карпик, сегодня в основном не шел только зеркало. Всем пока, друзья, всем до встречи на наших каналах. Пока. Пока, друзья, пока. Пока.